Трэш будем чистить уже. Что, Луциня не будет сегодня, да? Или что? Он говорил, к двум вроде появится. Что если он не придет, меня надо на Синдру будет сумануть. Клык. В смысле, зачем? Может, пойдем? Я хуй знает, там у одного молодого человека мой инспект танк, какой-то друид. Какого? На четвертой пати. Как дай друидам? Подделка. Да мне в Т4 впадло в рейде танчить, все срывают, блядь. Ну вот именно, я лучше босса потанчу, чем трэш. Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет... Какая, что тебя попросили? Да. Анхолик у меня ДД. Каску, дайте, пожалуйста, по друидам. Анхолик ДД, а гибрид там. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель плети. Здесь три половины в рыб. ФК что вообще? Говорят, очень злой медведь. Трэш. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! Королем. В конце концов, все вы будете служить мне. Ой, давайте перед этим суманете нахуй. Тут вон трёшь остался, типа, пак, блядь. Корхрон, готовьте молот Оргрима к последнему полету. Герои, мы попробуем... Что там, вроде от ловушки сняли, да? Пан кулаки.
Холик МП5. Треньку топовую забирайте быстрее. Это Red 2 обезьян. Для тебя пиво, блять. Воблик обезьяна, да. Блять, как в школе, пиво Red 2, Red 2 пиво. Будешь два в одном ходить, нахуй. Да-да, типа, да это ты обезьяна, да иди нахуй сам ты обезьян. Дайте столик. Знаешь, пиво? Ты пятая группа только. Чё стол пропал, блядь? Бля, чё постоянно кошёк не наказывают? Бля, это же пиздец. Чё вы разрешаете? Блядь, РТФК, ёбаный рот. Блядь, рыбу доставь. Блядь, достань, поставь. Пиво МТ, друлю в танк. Искандер, Андонидас, чего не хватает? Короче, хватит времени, чтобы его поесть. Не перестохнет. Пока нет. Блять, накроет этот мир. Прикольно. Ну чё, в обычке ж? Не во. Чё, как, в другом танче? В ворот. Не знаю, я растерялся, я не дамажу. Так, потом флудите. За спину все встать, чего так стоит хреново.
В дэшке шип. Шипы. Редкий щит упал. Я помню свое время за ним, не знаю, месяца 4 ходил. А за ним многие кто ходит. А в кого там сейчас топ-щит? С робота или с Алара? Да. Вот. Робота. Вообще весь шамановский лут падает с робота. Это хорошо. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах, все это... Да Лок, он защитой интересуется, вылетел, говорит. Щит кто там? Чем раньше вы осознаете собственное... Чипсы забрал щит. Сейчас приор посмотрю. Чипсы отдай и щит да Локу. Да, ну зачем таунт? Не-не, я не таунтил, я койл просто кинул один и все. Очки, ебать, это обычно. Чипсы отдал щит, нет? В ДД в мили работают, милики в РДД, блядь, пиздец. Бля, чуваки, если вы что-то какие-то особенности, вы говорите, что танчит, как танчит, я же не ебу. Мы, бля, хули, обычно зашли. Я весь трэш сагрил, а трэш помощника убили, милик. Повернись к нам задом, а к ним передом. Сколько там ауе у этих помощников? Можно вот правого ученика бить подойти? Да Лок, ты либо включаешь себе ЕПГПЛ мастер, либо вот... Ровно после того, как тебе чипсы щит отдаст, ты будешь без лута. А он ему отдать сможет, если он вылетел? Если он хотя бы начал босса бить, может, сможет. Не-не, не получится, если он вылетел. Пробовали если же он уже, так босса, то он сможет. Вот там кто звонит. Смогли щит передать, нет? Всего 389. Это оффхенд. Делору спекайся в танка. На первой фазе пиво ты слева, Данида справа. Делору сгрипаешь мобы с лестницы. На второй фазе на боссе у нас
пиво и Долорес, Антонида, Стена Трэша. Че, ты хочешь Hellfain на третьем, да? Чтоб мобы гриппл. Не скучал. Три танка, вы серьезно? Да похуй, слушай. Тише едешь, дальше будешь. Потому что здесь на второй фазе вылезает трэш. Да ладно. Хуя, спасибо за это. Хуй знает, скиньте пиво гайд, он, блядь, первый раз тут танчит, нахуй. Пусть почитает вообще, что тут делает. Он правильно говорит? Чек на пул. Че, Серега, че, я слева, справа, что-то поебал? На первой фазе ты слева, второй фазе ты на боссе вместе с Hellfain'ом. Две, на второй фазе на трэше. Эдвар, напулишь заднего на мне? Да заднего он Делорус к этому крепанет. Каску, шаман. Ладно, накидайте вам. Еще раз, чек на пул. У ДК крест вместо каски. Ты только не пуль раньше отсчета, а атака пишется, а пуля, то перепод проебывает. Пиво, вон там на ступеньках танчим его на второй фазе, босс. Два лока, чего вам не хватает? Меня же на вторую фазу на трэш поставили. На второй фазе мы с тобой танчим, нет что ли? Еще раз. Вторая фаза на боссе. Пиво и Hellfain. На трэше Андонидас. Понял. Hellfain поставит, если что, посмотрим. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Мелики трэш съебнули от босса. Ты не в сил, противиться моей воле. Радвар, ты напуливаешь в пиво? Да. Все понял, ладно, я тогда в ту сторону буду водить моба. Войд меня бернишь. Рогу здесь пыльнить. Мелики, трэш. Undead Worm, ты сейчас выхватишь КП. Я освобождаю тебя от проклятия плоти. Трэш, справа, помогите, блядь. Шторм, подними азика. Милишный трэш, с правой стороны. Какой, блядь, просил нахуй тебя вперед? Вот какой хуй тебя, блядь, сука, просил, блядь? Шторм Айзека подними. Я пошел босса ловить. Ты не в силах противиться моей воле. Довольно. Пришла пора взять все в свои руки. Энджи, поднимай шторма. Не ловите. Ступай во тьму, в вечную тьму. Мосс, вставай. Вы осознаете, ты не в силах противиться моей воле. Законтрольте холл, пожалуйста, быстрее. Пухи. Где даешь, поднимай, Энджи.
НЖБР есть? Подними Андонидус. Стараешь по рейду гулять. Все, гуля. Падаем, короче. Теперь объясни мне, пожалуйста, Макс, с какой стороны на второй фазе первоначально вылезает трэш? Все выйдет справа? С любой. По-разному. С любой может вылезти. Он по очереди же вылазит, по-моему, с одной стороны, потом с другой стороны на второй фазе. Он по очереди вылазит. Вылазит по очереди, только... Первый раз, привязки не либо, либо слева, либо справа первый раз, а потом... Уже по очереди. Давай, снимай это свой диван, рисуй. Медведь потанчит, ДКшник там вторую фазу и трэш собираю. Как раз Эдуард на меня заднего там пожил. Ну хорошо, поменяйтесь то, значит, на Донидес Халфейн, на второй фазе нам пиво, на трэша. И еще раз милики, которые будут дрочиться около босса на первой фазе, выхватят ГП сразу, предупреждений больше не будет. На второй фазе из меликов на боссе сидит Айзи. Он там сбивает касты, помогает. Остальные играют по трэшу. Бафы обновляют шустрее. Совы больше времени контролю уделяйте вострее. Чек на пол. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Боким под лицом не ходите, пожалуйста, кливые. Блядь, шутка какая-то была. Ох уж эти БДК, блядь. БР у кого есть? Нет, нет, это моя вина, а не... Физик, вставай. У меня нет этой хуйни на панели. Довольно. Пришла пора взять все в свои... Трэш справа. Вы осознали, без... Б руководство откатится, не саните.
моей воле! Ступай во тьму! Вечную тьму! Мага за контроль, сейчас убьет всех. Господи, ты чё? Да можно падать уже. Какой-то ёбаный позор, блядь. Вечную тьму. Да ладно, прикольный челик, на него дух летит. Короче, вот знаете, ребята, если потом смотреть это по видео на замедленной съемке и смотреть, что не так, как бы, блять, ладно, там не у всех нет, есть реакции, чтобы, блять, три цели законтролить сразу, там, блять, людей, чтобы они не убили никого и их не захуярили. Танки слакают, блять. Моб со стороны танка, блять, идет в рейд и захуяривает людей. Духи на второй фазе. Духи на второй фазе. Вам похуй на них вообще. В обычке, если он долетает до вас, дает автоатаку в 100 единиц урона, он взрывается только по вам, там, на 15, на 20 тысяч. Здесь, в Гере, он взрывается вокруг на 20-30 метров, блядь. По 30 тысяч он взрывается. По всему рейду. Вам на это поебать. Вы сюда пришли, что, блядь? Нет, дрочить, что ли, или что, я не понимаю. Слева кто танчит? В первой фазе слева танчит Андонидас. Андонидас? Не Андонидас, нет. Пиво слева. Пиво, не подводи, блядь, Миликов к ранжевикам, вообще забудь про него. Мы ранжевика и так убьем. Шторм, спекнись похиль на этом боссе. Медведу ешь сову. Пускай Андонидас тоже в сову идет, блядь. Я потанчу. Давай, хорошо, Андонидас сову, значит, будет на... Правом трэш на первой фазе, на второй фазе ты на боссе с халфы. Когда босса переведете, роги и ханты на пульте на халфейна. Халфейн на трэш забиваешь, идешь на босса, там усиление рунического отдашь, там, чтоб босс первый на тебе. Да я все отдаю, я, блядь, не могу локов обогнать по агро. Они там один раз расход дадут, а потом они меня опять обгонят. Не, когда фаза начинается, там ноль агро. Блядь. Вот сейчас линкану. Вот эту хуйню надо прокачать, если ты в Т5 играешь. Короче, на пулы дадут, на тебя нормально. Ну, сдохнут локи и сдохнут, хуй на них. Чек на пул. Баф, блядь. Половины бафов нет. Шустрее не бафов, блядь. Ты так резко висится. Ой, вруби, пожалуйста, аддон, кто там духов ловит. Как вы смеете ступать? Нет у меня, по-моему. Тихо, повесь мне и все. У тебя ревность не сработал? Ты не в силах. Восстань и обрети истинную форму.
РДДшный моб. Квадрат поставил, РДД. Надо быстрее перевести, иначе две пачки трэша будет. Да, до хрена времени еще. 5 секунд. Таунт нажмите, прежде чем будет. Пришла пора взять трэш. РХЛХ на забрала. На Войда на пулы дай. Поднимаю Энджи. Энджи в один пул один. Руку босс идет. Еще БР, у медведоё же есть БР. Вам за духов надо по 500 хуярить, чтобы вы начали понимать. Так вы не доходит до вас. Данидос, поднимай. Медведоё же, медведоё же в один плане. Одну прошлом. Откатись поднимешь. А, какой 40. На пулы на ХЛФ. Инфернити, Айзек скинь. Ты не в сил противиться моей воле. Пока на Хелфейна, когда на Войда, я скажу. Пока лежите, раскройте глаза и смотрите, как выглядят духи. Если хотите убить, пусть он ДК дадут. У меня вообще один вопрос. Вы, сука, столько человек сидите нахуй босса туннелите, вы что, сука, кас не можете сбить? Теперь на Войда нам пол. Давайте, если живы. А, вас нет. Ложитесь. Падаем, падаем. Два способа посмотреть, кто хлопал духов. Это либо аддон, который фиксирует автоатаку духа. Я подрубил. Подрубил? Позже стар вором по одному духу. Сейчас вайпы покажет мой аддон. Я не знаю, это элементарная хуйня. Если вы, ну, игнорируете эту хуйню, то происходит вайп. Даже если у вас 200-300 итем левел будет, и ДПС 40к, вы вайпанетесь. Я бы за эту хуйню вам вхуярил уже по 500 гп, блять. Вот реально нахуй. Я не знаю, вы решайте как хотите, но я бы вам вхуярил. Вы бы пошли, рейд бы распустился, но вы бы перестали, блять, относиться вот так вот. От них отбежать очень просто. Бля, надо у Фростгорна убрать это ассист. У него, видать, посвежее, у него после боя не анонсит, кто сорвал, на сколько урона и кто умер. Вон все в рейде анонсится. Кто чего. Не, у меня, короче, после вайпа пишет, кто взорвал, кто из-за этого умер и кто нанес урон. Такая хуйня.
Это у тебя Феникс, да? Феникс, да. Короче говоря, еще два пула леди, и на сегодня вы пойдете отдыхать. Это, ребята, хочу спросить, а никто не заметил, а внимания не обратил, когда люди в контроль берутся, на них метки же вешаются, да? Нет, по-моему, нет. Да, вешаются заранее, за секунду или за полторы. Квадрат, луна и треугольник. А, да, точно, квадрат был, да. Так, теперь смотрите, Энджи, все квадраты твои, Медведоёж, все треугольники твои, и кто там еще? Эрдру только, да. Баф обновляет шустрее. Ну, а луна, имейте в виду, без вихря будет. Они, да. Там Максов твой есть. А, Антонидас, сова, Антонидас, все луны твои, люди в контроле в луне с меткой, они твои, вихрь по ним. Три вихря, заебись. У вас у каждого своя метка. А когда он меня... О, а, ладно, так запомню. Еще раз чек на пул. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Да ладно, ну вы издеваетесь. Блядь. Меня вообще хилят, нет? Меня опять защитят. Зачем Роган на боссе сидит? Объясните, пожалуйста. На второй закапывает, что ли? Нет? Трусен, дайте контроль, у него звездопад пропадет. Процентов до фазы. Бэтти, подними пока, не танчишь, йод. А, тогда я вижу. Блять, не знаю, я ударил, блять, сорвал, я перед этим, блять, забил дальний. Там был урон на один. Тут трэшем, но... Веду. Элиты сыграли, по трэш справа шестрее. Ну клево это я сюда. Ты не в сил противиться моей воле. Видаешь, поднимай йотуна. Халло, уйди отсюда, иди трэш бей. Отведи с центра, а то спиритов нахуячат сейчас сюда.
Вон, в пире. Духа нахуй. Че, спал, Диба? Да-да. На Хеллфейна все на пол. А ты еще пушку не учились? Ну, не успел. Инфернити, срез, агро сделал. Это второй Неликс, просто забей. Понятно. Блять, умри лучше. Да Хеллфейна. Следующие на пулы на Войда через 3 секунды. Все на Войда пули. Опять все хилы умерли, пиздец, блять. Да? А поднимать вот, хилов быстрее. Поднимаю просто отца. Инер еще тебе дал. Так его отдал. Отдал его. И убейте хилов. А уже вайп, уже на рипл рейда, блять, мертво. Падаем. Я говорю, тут по 500 надо хуярить, люди не понимают, что такое духи и что делать. Вот меня кинуло заморозки, сразу около меня заспаунился дух. Вот я нажал бот и все, в принципе, что я мог сказать. Слушай, а там же смотри, перед детонацией духа вот он появляется, да, он пока не выбрал цель, от него же съебаться можно. А что если просто все дыхилы будут в одном кемпе стоять, просто будет все видно вокруг, духи кинутся и все сразу начнут всем кемпом РДД и хилы съебываться от них. Хватит с определенной точки. Вообще, блядь, ты не замечал бы это? Ну, есть в смысле тактика просто убивать леди, и это все... Войд, посмотрим потом, третий, четвертый пул. Не буду сейчас смотреть? Надо кто духов, у меня это, рекаунт не включен, я не могу смотреть. Вы смотрите, аддон, кто их хлопал сейчас на этом трае. Он, посмотри, в рейд-чат, там у трех человек врублен Феникс, он анонсит, кто взорвал. Вот, смотри. Каску, Хеллфейн, Нямка, Пан, Хало, Долог. Есть хорошая тактика, пацаны. Открываете свои глаза, нахуй, и не ебетесь на свою панель скиллов, блядь. А вот теперь представь, тебя кинуло за медло с ледяной стрелы, и сразу же возле тебя заспаунился дух. Вот что делать? Можно предложить, я просто, вот, не знаю, предложу боссы чисто на ту платформе держать на второй фазе. Чтобы вот по этой комнате вот он не гулял, потому что здесь народу столько шифруется, не могут от духов убежать, а там хоть место будет, или здесь, а вот. Да вообще вам надо духов взорвали. Подержать его в уголку этого босса. Опять. И отдельно всем побегать от духов. Ошибки. Поучить вас, блядь. Пиздец. Ну смотри, не, если я тебе говорю специальная тактика, то вот на балконе просто делают 3 метки, РДДхи вы делитесь по ним сами. Вот смотрите, вот на комнату, посмотрите, да, видите текстуру, качество квадрата, да? С каждого уголка вылазит дух. И посередине между ними, между уголками, вылазит тоже дух. Вот эти определенные точки, оттуда вылазят духи. Вы не можете понять этого или что, блядь? Нахуй стоять там, где спавнится, например, дух, блядь. На тебя кидается ледяная стрела, а ты, естественно, ты убежать не можешь, блядь. Нахуя там стоять? Кем я, блядь, режу, нахуй, это пиздец, блядь. Вот, а вот ты, вот тогда ты и говори, кто будет следующая цель, прям вот говори сразу. Тут нельзя предугадать цель. Может быть танк, может быть ДД, может быть хил.
Мне еще один вопрос, блядь. Вы пятером пиздите босса, да, милики, нахуй? Че, блядь, каст поочередно сбить не может? Вообще на нем должен быть Айзек сдувать хосты на второй фазе. Что там делают другие, я в душе не... Я мимо там... пробегаю, босса бью, но хосты я не забиваю, потому что как только у меня накапливаются 8 страги, я даю жатву, блядь. Там... А эта хуйня в ДД стоит силу рун. Там это хватает Хеллфейна, у которого бесплатно эта хуйня. Айзек, слышишь? Айзек не в Дискорде, я ему написал, что где. Йотом, да? Минуту, короче, делал. Там есть Андервов, который я постоянно вижу, который боссы туннелит, блядь. Что, кас нахуй нельзя сбить, я не знаю, блядь. Ебаный, блядь, сука. Один был один, ты каски по рейду, пан, кулаки, МП5. Если сейчас босс не падает, вы идете отдыхать до завтрашнего дня. Андервов и этот Редвар. Вы, короче, на второй фазе вообще трэш не трогайте, только в босса играйте и в меня на пулю, и все хорошо. Войд подстанчит трэш, а я босса подстанчит. Чик на пул. Так, это, давай, это, кто там танк? А, ну так же, я слева подстанчиваю. Вага, ты главное на второй фазе вообще никуда не уходи. Тупо на нем, чтобы сорвал агро, прожал шивы, тебя прокинули и я забрал. Йод, он готов, нет? Да, да, я здесь, я же говорю. Но... Это место станет вашей могилой. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Охуенно так контролим. Б, у кого есть? Он понибился. Поднимай форжа. Поднял. Ой, того. Справа побежал. Она выйдет сюда, я не могу, он кастует. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный. Бля, пиздец, трэш долго бить. Моб за ивейдер. Успеем перевести или стопать будет? Все, два роги и охотник, тупо в меня на пулю уйти. Бага, ты на... Иду. К вам, блядь, минус он. Ты не в сил противиться моей воле! Выебись. Хуяк, блядь. Что, замедлила стрела, наверное, да? Дух! Еще и в добавку и ДК нахуй въебал. Бля, вы чё, гоните что ли, или чё? Только, блядь... Короче говоря,
Ольдовер, все свободны, все молодцы. Приходите завтра. А чё там одни и те же взрывают духов? И каждый раз новые. Что? У нас на замене не будет этих челиков сейчас просто поменять, которые хлопают духов? Или сильно много людей хлопает? Да им надо вот реально по пятихатке въебать, блядь, как он говорит. То по-другому не работает, потому что вам похуй, вы пришли в рейд, вам поебать. Вы хуй ложили на тех, кто с вами сидят, время тратит. И на игру, блядь. И вам не надо шмут. Не снял же, да, кто-то говорит, жатву уебал, ДК. Какой нахуй жатву, смотри, аддон, литм смерти я уебал. Пусть у меня снимается аддоном автоматически. Давай, может, проголосуем, кто там хочет остаться, блядь. Ну, хочешь, сделал голосование. Я вот в этом рейде уже сегодня не пойду. Кто хочет отдохнуть, нажимаем «нет». Кто хочет показать, что он не долбоеб, и что он может увидеть духов и отбежать от них, и не вайпнуть рейд, и не подвести 24 человека, тот нажимает «да». Сделай третью кнопку, кто хочет, чтобы он ебали ВП. Так, Айзек не знает, что нажимать. Только Фоджи не хочет участвовать в этом говне. Дамару, ты тут? Идешь в рейд. Идет он, передай РЛ. Слушайте, так может меня холодно там бой заменить? Все равно я типа не дамажу практически, а... Сиди спокойно. Кто еще замены? Утопеш, Краска, заходите, порешал заходить. Алло, не надо не вешать КД порешал, потому что это мейн основного рейда, и он может пригодиться на джане. Утопешт или Враска? Враска, заходи. ДВшников используй, да, ради бога.